Сейчас я нахожусь возле ресторана, народного ресторана «Шалена Шкварка». Сейчас я вам покажу. Значит, рядом проход относительно чистый, аккуратный. Войти в ресторан можно свободно, но за небольшим исключением. Значит, смотрите. Есть вот такие вот, к сожалению, сосульки. Я не хочу говорить, кто должен с ними бороться. Но что есть, то есть. И наверху. Но есть возможность обойти эту часть. И также вот вход у нас чистый, аккуратный. Над входом сосулек нету. То есть в ресторан можно свободно зайти.